Пенсия на дом – это удобно. Право на такую услугу есть у каждого пожилого жителя городского округа. Достаточно обратиться с заявлением о доставке пенсии в городской многофункциональный центр. И изнурительное простаивание в очередях на почтампе в прошлом. Данный сюжет выходит в рамках проекта «Государственные услуги доступны каждому». В соответствии с нормами действующего пенсионного законодательства, доставка пенсии производится по желанию пенсионера через отделение почтовой связи по месту жительства или через кредитные организации. При этом выплаты могут производиться по адресу регистрации или месту пребывания гражданина. В случае, когда человек желает изменить способ доставки ему пенсионного обеспечения, он может обратиться с заявлением в муниципальный отдел Пенсионного фонда России или городской многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления гражданину необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета человека в системе пенсионного страхования. Если вы хотите, чтобы вам пенсия доставлялась на почтовое отделение, также нужно назвать номер почтового отделения, чтобы это все указать в заявлении. Копий никаких брать не нужно, мы работаем только с оригиналами. При подаче заявления операторы МФЦ проверяют корректность заполнения бумаги в соответствии указанных данных предоставленным документам. После оформления запрос отправляется в городской отдел Пенсионного фонда для подтверждения. Правда, по словам специалистов центра, отрицательного ответа они ни разу не получали. Современные технологии позволяют гражданину также совершать подобные операции, не выходя из дома. Человеку достаточно зарегистрироваться на едином электронном портале государственной услуги, и у него появится дополнительная возможность сэкономить силы и время. У нас в основном эти услуги получают люди пожилого возраста. Можно обратиться к сыновьям, к внукам. Они более продвинуты, да, в программном обеспечении. Они все помогут. Сотрудники МФЦ всегда готовы прийти на выручку посетителям и при необходимости оказать всестороннюю помощь при регистрации на едином портале госуслуги. Для удобства горожан в холле многофункционального центра установлен компьютер в свободном доступе. Здесь можно ознакомиться с необходимым сайтом, сделать запрос по интересующему вопросу, пройти регистрацию. На самом деле это очень удобно. На портале очень много других возможностей. Там есть буквально все органы, которые необходимы, да, и налоговые, и пенсионные, и ГИБДД, и там по госпошлинам предоставляется скидка в размере 30%. Поэтому мы всех призываем на самом деле оказывать большинство услуг через портал. И у нас, возможно, свободный доступ к компьютеру. У нас есть компьютер для посетителей, для того, чтобы они зашли, посмотрели этот сайт госуслуг. Мы всем предлагаем зарегистрироваться, потому что, на самом деле, это очень удобно. Тем более, у нас сейчас 21 век, все-таки век информационных технологий. И не выходя из дома, на самом деле, вы можете себе очень много чего сделать. Пожилым жителям городского округа, решившимся на перемену, следует принять во внимание. Изменение способа доставки пенсии по общему правилу производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился с соответствующим заявлением.